Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Продолжаем с вами играть в Выдохренище. В прошлой серии отбились от волны. А в этой серии нам надо почиститься вот здесь. А мы, кстати, знаете, что сделаем? Мы, наверное, не будем распаляться. Так, значит, вот эти ребята у нас идут отбивать вот этот камень. Потому что вот этот камень я что-то пока ссу отбивать. А вот эти девчонки у нас сейчас пойдут и отобьют мне остатки острова. Вот так. Здесь, в принципе, осталось-то хрен да ни хрена отбивать. Так, и здесь надо продублировать все энергосеть, чтобы все было хорошо. Так, сюда ее развить. Здесь ее дополнительно продублировать. Так, все, здесь осталось только немножко зомби. Так, ладно, здесь у нас какая-то мини-орда. А нам нужно отбить вот этот камень. Очень хочу вот этот камень отбить, потому что, блин, без камня прям печально. Мне сразу грустно становится. Так, давайте пока у нас есть бабки, сделаем литейный цех. Так, и пора, наверное, прям по-жесткому здесь развиваться дальше. Так, вот эти пулеметы мне уже, в принципе, здесь не пригодятся. Потому что, если вдруг что-то случится, нам все равно уже конец. Если сюда кто-то доберется. Так, нам нужно по-жесткому делать себе жратву. Так, прям по-жесткому делать себе жратву. Так, на 72 делать себе жратву. Так, сейчас мы все сделаем жратвы сильно много здесь прям, чтобы хорошо так было. Так, и мне нужно 40 камня для того, чтобы сделать себе там еще один склад где-то. Так, 40 камня пока будем покупать. Здесь каждую, блин, единичку надо будет отбивать с большим трудом. Так, сейчас у нас построятся штуки, и в принципе на этом все. Так, нам надо все здесь добить, и вам надо все здесь добить. Так, вас отправляю на поиски приключений, и вас тоже отправляю на поиски приключений. Так, все, поиски приключений закончились. Так, не дай бог у кого-нибудь гранете, поэтому идите сюда. Блин, если этот гигант просто на рандоме дойдет до моей баллисты, просто представляете, какая будет жопа, если вдруг это случится. Так, здесь у нас, короче, будет на нашей... Он должен распространяться на фермерские хозяйства и на вот эту лесозаготовку, которую я здесь хочу построить. Так, а давайте мы сначала подумаем, где у нас будет лесозаготовка. Ну, здесь вот на 14. Хотя здесь можно на 8 сделать. Так, вот здесь вот на 17. Тогда здесь на 11. Так, а здесь тогда всего лишь навсего на 7. Теперь у меня нет рабочих. Так, у меня нет рабочих, да и камня, в принципе, у меня тоже нет. Так, хорошо. Давайте тогда развивать наш райончик вот сюда. Короче, он как-то у нас вот так вот будет развиваться. Так, сейчас он мне привезет рабочих, но рабочих будет маловато. Потому что жатва еще не построилась. Ладно, хорошо. Так, нам надо взять вот этот камень. Очень-очень я его хочу. Очень хочу этот камень. И, кстати, мы тогда можем, наверное, даже продублироваться вот отсюда туда. Это интересная возможность. Что там у нас? Только, сука, не гигант. Только не гигант, только не гигант. Куда он пошел? Куда пошел этот пидорас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Он меня пока не видит, но чую, скоро увидит. Чую, скоро увидит, и будет мне жопа. Также здесь нет прохода, я надеюсь. Прохода здесь нет, и здесь есть нефть. То есть этот кусок мне по-любому захватывать. Смотрите, да, реально можно замкнуть с этой стороны на эту сторону. Это интересно, но это мы будем потом делать. Сейчас пока немножко не до этого. Так, надо здесь, короче, все месторождения всех абсолютно ресурсов расположены хер пойми как. Так, ладно, давайте тогда делать вот так. Так, это у нас дофига. Поэтому можем улучшить. Скоро нам надо будет ставить еще одну электростанцию. Поставим ее... Нет, на плодородных почвах как-то ее туповато ставить. Давайте поставим ее рядом где-то вот здесь, например. Так. Эту штуку... Так, смотри, там кто-то есть. Там кто-то есть. Так, мне надо что-то делать вот с этими ребятами. Блин, я даже не знаю, вот что с ними делать. Либо мутантов на них натравить. Но я так подозреваю, 160... Хотя 160 урона атаки, это не так уж и много. Ну, вот реально.
Ну, наверное, снайпера, потому что мутанты, может быть, изначально будут нормальные, но когда пойдет волна, то мутанты не спасут все равно. Поэтому, наверное, надо начинать вот таких вот снайперов уже мне, наверное, и делать. Так, пусть они потихонечку делаются с солдатами. Так, с этим у меня все плохо, с камнем у меня все плохо. Так, давайте тогда делать хотя бы из дерева для начала. Так, сюда, сюда. Так, дерево. Что, тоже что-то плохо? Хорошо. Ладно, тогда пока ставить палатку. Так, палатки тоже перестали ставиться. Так, строим сюда, строим сюда, строим сюда, строим сюда. Так, может быть, на другой стороне тоже сейчас начнем строить. Эту всю фигню можно отсюда убрать, она здесь не нужна. Да, ну ладно, пока в одно лицо будем строить. Короче, так, этого снайпера надо сейчас будет забрать с собой. Так, этого забрать с собой, эти ребята у нас пусть бегают. Так, нам нужен камень. Я прям камень хочу. И нам надо как-то попробовать, блин, этого одного урода убить. Потому что если мы его не убьем, дальше развиваться у нас не получится. А как его убить, хрен его знает. Как еще от этого отбиваться, тоже хрен его знает. Здесь, смотрите, какая очень неприятная у нас штука-то получилась. То есть у нас практически рядом с выходом находится это говно. Как его оборонять, непонятно. Откуда, кстати, гиганты пойдут, непонятно. Вот они пойдут по одному направлению. То есть пройти это сразу у нас не выйдет. Это я прям гарантирую. Так, отсюда, походу, кто-то идет. Да, раз они пошли сюда отбивать, значит, здесь явно кто-то есть. А кто? Ладно, значит, нам надо защитить хотя бы пулеметами. Хотя бы пулеметами, но здесь надо защищать. Хотя бы в один слой, но это необходимо сделать. Обойдете? Ну-ка, интересно. Я прям любопытно, обойдут они это или нет. Так, вы должны идти теперь куда-то вот сюда, на пункт сбора. И мы сейчас будем думать, что делать с этим товарищем. На самом деле, я не знаю, что с ним делать. У меня такое ощущение, что он нас сейчас поимеет просто. Вообще независимо ни от чего. Если только мы попробуем каким-то образом, например, поводить кем-то, но только вот этим. Но его сразу убьют. Сколько у него хп? 120. Да, этим поводить не получится. Да вообще-то по-хорошему никем поводить, получается, не получится. Так, давайте пока сделаем вот так, потому что мне нужны, блин, здесь рудники. Расположение, конечно, фантастическое получил, блин, на 10 на 9. Так, мне нужны урановые рудники. Так, блин, да что ж я делаю, не то. Так, на 9. Если я 10 на 9, то здесь я могу сделать только на 4. А здесь на 5. Ну, в принципе, нормально. Так, еще мне нужно 40 древесины для того, чтобы забахать сюда, да, склад. Здесь нужен склад. Склад должен дотягиваться только, в принципе, до них. И до лесопилок, которые здесь тоже где-то у нас будут располагаться. Располагаться они будут где-то, наверное, вот здесь. Так, на 14 лесопилку. И сюда, наверное, на 16 еще влезет. На 12. На 12. Давайте. Желательно, чтобы люди, которые бегут оттуда, вот этого не видели. Очень желательно бы. Так, ладно, сейчас начнет добываться камень. Мы это переделаем в камень и потом посмотрим. Так, хорошо. У нас, в принципе, не так-то все и плохо. У нас есть целый классный остров. Так, у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы построить еще один рынок. Но у нас есть вот такой вот гигант здесь, который представляет собой большую проблему, которого надо убить, который 100% загрится. У меня прям вот нет никаких сомнений в том, что гигант загрится при первой же возможности. Что с этим делать, пока непонятно. Так, давайте мы для начала улучшим вот эти дома до дерева, пока у нас дерево есть. Так, ну с камнем пока все очень плохо, камень не можем использовать. Так, поехали дальше. Надо здесь более-менее какую-то кучную застройку делать. Так, теперь осталось только палатки. Так, хорошо, делаем палатки тогда. Так, палатки, палатки, палатки. Я думаю, что кучнее, чем я сейчас застраиваюсь, я уже особо не застроюсь. Места для того, чтобы все это здорово делать, у меня не так, чтобы и много. Так, сюда палатку, сюда палатку.
Так, у меня заканчивается жратва. Но нам надо прям на всю жратву сейчас забахать. Так, и где-то нам надо будет сделать еще... Блин, вот здесь вот бесплодные штуки. Здесь, конечно, надо ставить еще один рынок, я думаю. На рынок нужно всего вообще. У меня ни хрена нет для того, чтобы поставить рынок. И, наверное, надо ставить литейку. И выходить, наверное, надо в судей. Есть у меня такое подозрение. И надо как-то попробовать забить этого гиганта. Как это сделать, хрен его знает. У нас, в принципе, довольно много людей. Если я отсюда хоть куда-то выйду неправильно, он на меня нападет. Если я не захвачу этот камень, мне будет хреново отбиваться и строиться позже. Если я не пойду туда, непонятно на самом деле, что будет, потому что там неизвестно. Ну, я думаю, что надо попробовать, наверное, сделать вот так. Надо, наверное, попробовать его загнать на флажки и здесь погонять по вот этим вот штукам. Куда-то сюда его привести, этого гиганта, и здесь попробовать его застрелить при помощи совокупно баллист, снайперов и всего остального. Так, ну для того, чтобы совокупно это все классно стрелять, нужно что-то типа того. То есть здесь нужен проход, на все остальное надо насажать вот таких вот ребят, чтобы они стреляли, и надеяться на то, что это чему-то нас приведет. Так, вот это вот надо будет превратить в камень, как и вот это, собственно. То есть камень он, по крайней мере, с одного удара разбить не сможет. Я надеюсь. Я с такой уверенностью говорю, хотя я не знаю, что сможет он или не сможет. Но, по идее, не сможет. Если у меня 1000, а у него сколько там, 160 урона, то мы должны, по идее, довольно неплохо по нему успеть пострелять до того, как он начнет стрелять по нам. Так, снайпериши. Хорошо, снайпериши мы сажаем сюда. Так, снайпериши мы сажаем сюда. Снайпериши мы сажаем сюда. Снайпериши мы сажаем сюда. Так, где у нас еще снайпериши? Надо еще подстроить. Так, вот у нас снайпериши. Так, где-то здесь мы оставляем ребят. Ну и будем надеяться, то, что что-то из этого получится. Блин, хотя если я так их оставлю, я боюсь, что будет не очень хорошо. Так, давайте оставляем ребят вот здесь. Ну что, пойдем огранем этого жарабаса-карабаса. Сейчас посмотрим. Пам-пам-пам-пам. Главное от него убежать. Жарабас-карабас. Камцумир. Так, ладно, со второго захода его гранем тогда. Так, здесь у нас уже не очень все весело. Так, еще, кстати говоря, вот это вот надо заапгрейдить. Так, что у нас недостаточно? Вроде все достаточно. А, починиться недостаточно, понял. Так, давайте загрейдим хотя бы один слой. Так, давай-давай-давай. О, нормально. Просто, чтобы мне в спину не надуло. Так, это значит, бежим сюда. Теперь опять идем агрить жарабаса-карабаса. Так, жарабас-карабас, я тебя съем. Где ты там, скотина? Скотина! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, кстати, с учетом брони он даже не убивает... Блять, не убивал меня с удара. Я хотел сказать. Так, хорошо, нам нужен кто-то другой, кто бегает побыстрее. Нам нужен кто-то, кто бегает побыстрее. Но ее убьют с удара. Что-то пройти не можешь, что ли? Можешь. Так, и бежать. Стреляй по нему. Бежать. Хорошо, не стреляй. Просто бежать. Так, ну и чего тут у нас? Покажите класс, ребята. А, слушайте, ну не так все плохо. Хотя как не так все плохо? Все плохо. Но не так. Да, но проблема только в том, что он был один. Он был один. А их будет... И вот я, кстати, не... Вот, блин, будет много. А может, не будет. Проблема в том, что я понять не имею, откуда, блин, они попрут. Они попрут со всех сторон. Они пойдут по одному направлению. Мне надо будет разделять снайперов. Или мне не надо будет разделять снайперов. Короче, будет сюрприз. К тому моменту, как вы напишете мне, откуда они попрут, я, кстати говоря, уже эту миссию либо пройду, либо забью. Поэтому это тоже ничего не даст, к сожалению. Так, давайте мы поставим сюда
или сюда. Куда мне надо поставить рынок? Еще один. Который будет массово доставать до всего. Так, массово, наверное, будет... Более массово будет доставать, наверное, отсюда. Так, а на еще один банк мне надо 50 камня. Так, ждем 50 камня. Ну, в принципе, неплохо получилось. Ладно. В общем, грех жаловаться. Мы убили Жарабаса-Карабаса и, в принципе, не очень сильно обломались. И у нас теперь есть возможность захватить вот этот камень. Так, ну, раз у нас есть такая возможность, давайте его захватим. Так, мы тогда сможем, наверное, передвинуться чуточку подальше, может быть, здесь. Так, давайте мы сначала, наверное, вот туда сходим. Налево. Блин, они сейчас эту штуку мне разобьют. Пока я буду налево ходить. Так, ребята, все, короче, сваливают отсюда. Все сваливают сюда. И идут вместе со мной прокачиваться. Вы мне очень сильно еще пригодитесь где-то ближе к концу. Так, у нас 32-й день из 37. И нам надо посмотреть, что там происходит. Я думаю, что там выход в атмосферу. Скорее всего. Сейчас мы узнаем. Так, а что ты здесь стоишь такой веселый? Такой веселый человек стоит здесь. Так, там, да, по всей видимости, выход в атмосферу находится. Их что-то очень много. Да и нас уже, в принципе, немало. Так, ладно, продолжаем потихонечку строить снайперов. Так, потихонечку строить снайперов. Сейчас у нас будет литейный цех, и в нем мы что-нибудь себе закажем. Я даже, правда, не знаю, чего, но что-то закажем. Так, мне нужно больше складов. Мне нужно больше складов. Так, склад у меня должен был дотягиваться до всего, плюс немножко до ферм. Так, пусть он лучше стоит здесь и дотягивается до ферм, плюс немножко до этого. Так, жратва. Так, жратва хорошо, но нам нужно больше энергии сейчас будет. Так, электростанцию вхреначим вот сюда. Сюда нам надо тогда поставить последнюю штуку, которая у нас дойдет до нефти. Нефть нам, кстати говоря, надо будет сейчас начать добывать. Сейчас у нас литейка достроится. Только у нас рабочих, правда, не будет. Мы вообще тут отобьемся, кстати. Не, отобьемся. Отбиться мы отобьемся, но что-то здесь как-то вообще опять. Так, значит, тогда вот этот пункт обороны надо будет отсюда переносить, получается. И получается, что фотонки мне в конце опять не спасут. То есть их можно даже не пытаться делать. Так, куда же это? Ну, это... Так, там еще камень. Ага, ну, я так понимаю, по наличию такого количества камня, разработчики такие как бы говорят. Дружище! Короче, тема такая. В общем, тебе надо сделать из камня 28 миллионов слоев, и за ним поставить 20 миллионов снайперов. И тогда, может быть, у тебя будет шанс что-то сделать. Вот там, кстати, есть энергия. А это заебись. Так, как раз это то, чего мне сейчас не хватает. Так, это мы сейчас подрежем себе в таком случае. Так, энергии мы себе еще подрезали, это очень хорошо. Это значит, что мы сейчас можем загреть еще и вот эти штуки. Так, потому что ресурс, в принципе, у нас есть. Камень у нас тоже начал добываться. Пищи только не хватает теперь. Не хватает пищи. Так, давайте тогда доделывать пищу. Так, на 64 доделывать пищу. Так, здесь на 52. Здесь на 55. И теперь у нас закончилось вообще все. Так, ну трабл здесь не очень большой. Это мы отобьемся. Так, камень практически наш. Так, камень практически наш. Еще два снайпера, забираем их с собой. Так, 38 и 19 у нас в итоге получилось. Так, ну и следующая волна откуда придет. Делайте ваши ставки. Наверняка откуда-то отсюда. А потом надо будет... Ой, здесь и металл еще есть. А потом надо будет как-то так ускориться. Так, здесь прям дерева очень много, его надо захватывать. А потом надо будет как-то так волшебно ускориться для того, чтобы успеть поубивать всех вот этих гигантов. То есть мне до дня Х надо будет убить их абсолютно всех, иначе мне не сдобровать. Так, у меня довольно много денег. Так, на довольно много денег давайте мы изучим для начала улучшенные фермы. Нам надо, короче, очень быстро прям загрейдиться. Очень быстро. Пока нам дают такую возможность, нам надо расширить экономику настолько, насколько это возможно. Потому что пока эти говноволны, это все херня, естественно. То есть такие волны нас впечатлить не могут. Так, нам надо начать добывать уже сейчас такие штуки, простите.
Так, и на 53 ставим ферму сюда. Все, есть такое дело. Так, здесь у нас лесопилки уже нормально стоят. А вот с другой стороны они стоят плоховато. Так, если я поставлю сюда, то я, наверное, не поставлю сюда. Так, вот эту вот часть, кстати, можно разобрать, она не нужна. На 8 можно поставить. Ну и ладно, в принципе, нормально. Так, господи, Кайл закончен. Но это точно выход в атмосферу находится там. Это гарантирован, прям гадалки не ходите. Так, и гадалки не ходите, что у меня сейчас в спине будет дырка. Из-за вот этого. Блин, они мгновенно сламывают просто. То есть просто мгновенно разламывают. Я хренею, конечно. Так, ладно, но этого следовало ожидать на самом деле. А, здесь еще и дом у них, понятно. У них там еще и гнездо. Так, хорошо, значит, идем захватываем здесь и перегораживаемся, тем более, что наверняка отсюда будут орды идти, поэтому хуже от этого точно не будет. Так, забираем здесь дерево и забираем здесь, соответственно, побережье. Так, нет, вы, короче, давайте здесь будете патрулировать туда-сюда. Так, что я еще где не развил? Я не развил пулемета ОСА, деньги у меня есть. Так, и поскольку у меня много сейчас вообще абсолютно всего, мне надо улучшить дома. Так, на всю каменюгу теперь заканчивается энергия. Что-то мне кажется, что пора маяк надежды хреначить. Громоотвод, в смысле. Так, рабочий камень золота. Рабочих мне сейчас маленько привезут. Но я думаю, что до того, как мне их привезут, придется поставить еще одну электростанцию, вполне себе обычную, куда-то. Куда мы ее поставим? Место потихоньку заканчивается. Давайте сюда поставим. Так, давайте поставим сюда. И будем продвигаться дальше здесь. Так, где тут у нас застройка? А, там, смотрите, там прям узкое место. Там прям узкое место. Причем такое весьма узкое. Так, давайте, я вас, ребят, отправляю на поиски. Вы должны там всех убить. Всех прям, кого найдете, всех должны убить. Так, вас тоже отправляю на поиски. Идите общий составом вместе со всеми остальными. А, тут есть нефть. Тут есть нефть, которую непонятно как дефать. Блин, ну я надеюсь, отсюда гиганты не пойдут. Потому что если отсюда пойдут гиганты, ну это жопа какая-то будет. Реально, слушайте, ну это пиздец. И как я должен это, этот самый, дефить потом? Ну, не знаю. Очень надеюсь, что отсюда не попрут. Потому что если попрут, будет очень некрасиво. Так, хорошо. Ладно, все тогда собираются вот здесь. Мы отбили еще кусок. Теперь нам этот кусок надо захватить до 37-го дня. Я еще, кстати, реально думаю, что может оттуда полезут. То есть оттуда могут полезть. Мы, значит, захватывать будем, наверное, вот этот вот перешейчик. А этот будем застраивать и хер с ним. Если оттуда кто-то полезет, в общем, не суть. Не суть важно, вообще не страшно совершенно. Если нужно будет две фотонки поставить, поставим две фотонки, не страшно. Так, рабочие у нас успели приехать? Нет, рабочие у нас не успели приехать. Надо грейдить дальше. Так, прям на всю каменюгу надо грейдиться. Так, надо грейдиться на всю каменюгу и забирать вот эту каменюгу. А, поезд у нас только едет еще. Все понятно. Ладно, хорошо. Так, значит, вот сюда и вот сюда мы ставим по такой штуке. Сейчас нам поезд привезет полезных нам рабочих. Привез, молодец. Значит, мы тогда сможем занять вот этот рудник. Так, сможем занять рудник. Так, ну давайте поставим 5-2. Так, 4-1, 6-2. И так, и 3-1. Мне кажется, нормально. Здесь мы тогда сможем прямо рядом вхреначить склад, который до всего этого будет доставать. И сюда тогда можно поставить лесопилку. 17, 17, 17. Так, вообще отлично. Теперь осталось только сделать так, чтобы это не расхерачили сейчас, пока это все строится. Так, и день у нас 35-й. Слушайте, я, наверное, фотонку сюда поставлю на всякий случай. Прям хочу поставить фотонку. Жажду прям поставить фотонку. Так, мне нужна здесь энергосеть. И мне нужен камень.
Нам нужно добывать все ресурсы, потому что ресурсы, блин, нам очень сильно нужны. Так, сюда мы поставим, в таком случае, нет, не поставим. Блин, ну здесь нужна вот эта штука, конечно. Так, дайте мне камни, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, камни. Ну, пожалуйста. Блин, что мне камни-то нет столько вообще? Так, ладно, пока давайте... Хотя из дерева? Что-то, блин, из дерева делать. Нет, дайте мне камень. Камень. Да, блядь, где камень-то? Слушайте, реально до сих пор нет камня. Так, хорошо, ладно, я его куплю, я не гордый. Так, где у меня рынок? Так, купим камень. Это, кстати, говорят, надо раздолбать. Так, и теперь надо вхреначить сюда фотонку, которая будет доставать здесь до всего. Сюда вхреначить за ней вот такую штуку, которая будет доставать вот туда. И желательно, конечно, сделать защиту-то из камня, опять же. А, все, вот камень есть. Так, отлично, ладно, пока перегораживаем вот эту хрень. Дальше пока, я не знаю, имеет смысл бежать, да, имеет смысл бежать. Так, давайте пока ребят поставим на поиски. Пусть они пойдут и кого-нибудь убьют. Пока мы этим занимаемся, это будут лишние бабки. Так, здесь тогда мы сделаем вот так. Пока что. Вот эту штуку мы тогда отгородим чисто на всякий случай. А вот эту штуку, да, делаем из камня. Я думаю, что так должно быть норм. Если они пойдут откуда-то сверху, ну тогда будем думать уже. Пока вроде как более-менее. Так, что у нас здесь? Здесь у нас сейчас будет жопень. Здесь надо захватить вообще-то вот этот камень. Но чувствую, что-то сейчас я огребу вместо того, чтобы его захватить. Ладно, давайте пока расширяться сюда. Все равно мне как-то захватывать его будет нужно. Так, и где у меня литейка? В литейке надо делать, наверное, улучшенные рудники для того, чтобы максимизировать, опять же, добычу камня. Так, и здесь, наверное, сейчас надо будет... Ну, короче, маяк надо строить. Громоотвод, в смысле. Громоотвод. Надо строить громоотвод. Для этого надо усилить дома и найти себе 60 рабочих. Нет, так, кстати, до громоотвода, наверное, придется еще вот так вот все-таки сделать. Так, и что-то... Что-то мне не нравится, как у нас тут все происходит. Хотя нет, пока нормально. Пока нормально. Правда, снайперов у меня очень мало. 36-й день. Когда на меня пойдут основная орда, непонятно. Так, и что-то там как-то шевелится этот гигант несчастный. Вот то, что там шевелится гигант, это мне не нравится. Он сейчас может нашевелиться мне прям на все хп. Севера. Отсюда, то есть? Ну ладно, хорошо, пусть направляется. А мне нужно, интересно, поучаствовать в этом? Так, давайте мы вот эту штуку улучшим. И вот эту. Так, эту штуку мы пока улучшить не можем. Но можем поставить здесь еще один уровень ворот. Ну вообще, по идее... Так. Давайте мы просто улучшим здесь сюда камня. Так, чисто гипотетически, в общем, это не должно быть страшно. Но мы на всякий случай вот так вот сделаем. Я думаю, что одна фотонка здесь отобьется. Ну, может быть, две, конечно, надо было построить. А мы, знаете, что сделаем? Мы давайте построим здесь еще пулемет. Вот сюда. Мне кажется, это основополагающий пулемет. Прямо он все зарешает. Ну, надеюсь, там не будет каких-нибудь жарабасов или плевак, и тогда все будет хорошо. Так, а если там их не будет, то мне, в принципе, нужна опять энергия. Да. А для этого нужен камень. В принципе, можем, кстати, несколько мельниц-то и сделать. В общем, ничего плохого не будет, если я куда-нибудь сюда на безрыбье поставлю несколько мельниц. Пусть они здесь стоят. Вон, еще одну можем поставить. Сюда, правда. Так, ну и что? Это плохо, что я сейчас не иду туда? Или это нормально? Вот я не знаю. Так, ладно, я пока, наверное, постою и посмотрю, как здесь будет захватываться все. А здесь я бы хотел изучить радар. Мне, наверное, надо парочку радаров будет изучить и поставить. Прям чувствую, пришло их время. Так, знаете что, ребят, наверное, пойдемте мы под страх... Блин, хотя нет, если я отсюда уйду, могут быть проблемы. Так, день 49-й. Ну вот 49-й, это будет уже жопа. 49-й это будет, скорее всего, нападение со всех сторон. Если я до него, конечно, дотяну до 49-го дня. Так, давайте мы оставим здесь вместо себя по пулемету.
Я что-то просто запереживал. А вдруг что? Так, лучница. Лучница, ты остаешься здесь. А мы потихонечку пойдем туда. Так, мы, кстати говоря, можем улучшенный рудник хреначить сюда. А тоже прям сразу 14 задавать. 12. Вот так вот, прям по-жесткому. 12, 14, 8. Это я понимаю, рудник. Так, что там у нас? Нормально все? Должно быть нормально, по идее. Но на всякий случай я туда схожу. Мало ли что. Заодно подкачаемся. Так, пулеметики у нас есть. Рудники у нас строятся. Кстати, рудники можно... Нет, не можно. Они дорогие весьма. Ну, одну штуку, кстати, разнесут, скорее всего. Ну, их порядочно, но в основном это, конечно, бабки. Это в основном, конечно, бабки. Так, ладно, снайперов немножко подкачаем хотя бы. Так, хуже от этого не будет. Ну, вот теперь день 49. Сколько у меня всего на завершение? 72 дня. Нет, ну, кстати, тогда 49 вряд ли будет последний. Но если 49 будет последний, это, блин, как-то странно. Может, я, конечно, себя утешаю. Так, мне нужен еще один склад. Мне мало складов. Я хочу больше складов. Так, склад должен дотягиваться до всего здесь. Так, отлично. Склад до всего дотягивается. На всякий случай мы здесь поставим такую штуку. Просто чисто на всякий случай. И вот так вот отгородимся. По той же самой причине, чисто на всякий случай. Так, здесь, кстати говоря, можно ходить. Так, давайте сделаем вот так тогда. Так, есть такое дело. Так, сюда я хочу поставить тогда еще одну лесопилку. Ну, 16. Так, и сюда лесопилка еще куда-то у нас встанет, я думаю. А лесопилок, кстати, интересно, улучшенных нет? Так, ладно. Сейчас у меня заработают рудники. А потом вот я не знаю, что делать на самом деле, ребята. Потому что надо знать, что будет происходить дальше. То есть сейчас краеугольный момент. То есть нам надо либо строить огромное количество этих самых, как они называются, вот таких вот штук, идти в снайперов, не знаю, там какое-то бесчисленное количество. Приток денег мы себе, ну, можем обеспечить, в общем-то, с рынков. Либо мне надо все просто застраивать, не знаю, там, немыслимым каким-то количеством судей, для того, чтобы потом отбиваться. Либо мне надо и то, и другое. Пойдет орда отовсюду, либо она пойдет по какому-то одному направлению. Никаких данных вот этих нет, поэтому ни хрена не ясно. Ну, отсюда зато пошли. Отобьетесь вообще? Ну, по идее, должны. Слушайте, ну орда такая прям серьезная. Орда серьезная, так, но это не повод на самом деле переставать строить. Так, мне нужны еще люди. Ну, сейчас я смогу себе, по крайней мере, сделать здесь довольно адскую застройку. Но мне нужна электростанция. И даже не одна. Так, ну и куда их сделать? Там у меня места уже особо нет. Давайте сделать пока здесь. Так, теперь мне нужны 8 рабочих для того, чтобы делать их дальше. Которых у меня опять же нет. Ладно, пусть пока электростанция делается. Надо делать громоотвод. Прям громоотвод напрашивается. Очень нужен громоотвод. И я даже не могу, даже одного рабочего нет. Ну ладно, хорошо, пока ждем тогда. Да, волны, конечно, меня поражают. Они все жестче и жестче. Так, надо судей исследовать. Так, здесь у нас получается все исследовано. Сейчас мы исследуем судей. Здесь у нас просто комбинат по добыче ресурсов. А мне теперь нужны рабочие. Для этого мне нужно, чтобы построилась вот эта штука. Надо, чтобы она успела построиться, чтобы мы до наступления, соответственно, этого успели построить все каменные дома. До того дня, когда к нам приедет поезд. Так, нам надо вот прям вот так вот построить по жесткому каменных домов. Так, продолжаем клепать еще каменных домов. Так, пока на все бабки. Так, а все, энергии конец. Все, энергии конец. Значит, следующее строение — это громоотвод. Все, без вариантов. Потому что... Так, хотя, конечно, еще одну электростанцию-то я могу сделать, но... Нет, громоотвод надо. Электростанции я потом буду делать обязательно, но громоотвод мне необходим. Да, у меня сейчас резко должно стать побольше жителей. Так, ну что, все? По-моему, все.
Так, ладно, мне кажется, что это прям вот узловая точка, которая сейчас происходит, из которой надо уже куда-то будет уходить. Вопрос только как, куда и что с этим будет. То, что мы пройдем это с самого начала и с первого раза, я думаю, что нет, потому что разработчики меня всегда имеют в задницу, как только я думаю, что вроде как я понял, как идет работа. Они тут же придумают какую-то интересную штуку, и поэтому ничего не получается. Ладно, в любом случае, 49-й день — это 10, если там не будет гигантов, или если там не будет со всех сторон, например, да даже если будет, на самом деле, со всех сторон, но без гигантов, мы к этому готовы. Если всего 72 дня, то последняя волна должна быть явно не на 42-й день, потому что что-то как-то странно. То есть они дают мне время подготовиться, прям по-жесткому подготовиться. И это, конечно, меня немножко смущает. Когда разработчики такое дают время, это всегда наводит на мысль. Ладно, мое искреннее удивление вы, скорее всего, увидите очень скоро, но, может быть, даже не в следующей серии. Посмотрим. К чему это приведет, хрен его знает, но тем интереснее смотреть. Удачи вам и всего доброго. В следующей серии увидимся.